Совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие» 2015 не имеют никакого отношения к Японо-Американскому альянсу и направлены на выработку общего ответа на угрозы морской безопасности, пишет научный сотрудник Китайской академии социальных наук Цзян И для газеты Global Times. Запад обеспокоен тем, что Москва и Пекин используют учения для того, чтобы поиграть военными мускулами перед лицом Вашингтона и Токио, но это ошибочное восприятие ситуации, полагает обозреватель газеты. Аналитик подчеркивает, что Пекин проводит учения и со множеством других государств, поэтому некорректно говорить о создании военного альянса. Москву и Пекин объединяет не наличие общих противников, а общность в оценке траектории развития международных отношений и обстановки в мире. Соединенные Штаты укрепляют альянс с Японией и Южной Кореей и в то же время воспринимают усиление связей между Москвой и Пекином как тревожный сигнал для международной безопасности, добавляет эксперт. Цзян И полагает, что именно ошибки в восприятии действий России и Китая со стороны США могут послужить эскалации обстановки в мире и привести к укреплению позиций военных блоков. Совместные учения России и Китая проводятся с 2012 года, и китайские дипломаты не раз подчеркивали, что Пекин исповедует политику не присоединения к военным блокам, а учения не направлены на какую-либо третью сторону. Западные страны должны четко понимать, каким образом будут развиваться двусторонние отношения между КНР и Россией, и на Западе не должны с предубеждением оценивать сино-российское взаимодействие, заключает китайский аналитик.